Завтра двухдневных наших объездов по городу в субботу и воскресенье в рамках объезда промышленного района и в рамках объезда, соответственно, ремонта строительных работ по благоустройству. По промышленному району работа видна совместно с автодором по вырубке всей прослевки вдоль дорог на территориях. Ее нужно продолжать, потому что результат у себя оправдывает сразу. Открывается абсолютно другая картина. Тем не менее, после того, как мы заехали все вместе во вторую Киевскую улицу, прямо с ночевки, там страх Божий. И, конечно, то, что мы там увидели, не поддается никакому описанию. Станислав Павлович, значит, мы поручение оформляли. Еще раз повторюсь, срок 2 недели с привлечением подрядной организации собственными силами, субботники. Значит, район 2 Киевской улицы должен быть вычищен. Все необходимые ресурсы, которые вам для этого понадобятся, если они понадобятся, подходите, будем ими обеспечивать. Второе – это выполнение ремонтных работ по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды, дворовой территории. Очень много недоделок подрядных организаций, которые нужно оперативно устранять. Поэтому, Александр Витальевич, значит, связывайтесь с подрядчиками. Крайний срок устранения абсолютно всех наших замечаний, нужных по результатам объекта, у них 1 неделя до конца недели. Если до конца недели не будет все сделано в полном объеме и, соответственно, принято вами вместе с состоянием контроля, значит, готовьте сейчас заранее обращение органы прокуратуры, в понедельник это будет направлять это обращение через неделю, если за неделю, повторюсь, не будет сделано. При этом хочу обратиться ко всем 3 нашим руководителям территориальных управлений, так как дворы делаются на ваших территориях, вы должны, уже не раз говорили, принять активное участие в формировании комфортной городской среды. Подрядчик должен устранить свои замечания. Вместе с управляющими организациями, в дворах которых эти работы выполнялись, вы должны еще раз на этой неделе выйти, посмотреть все благоустройство, посмотреть ремонт существующих малых игровых форм, малых архитектурных форм, при необходимости подкрасить, подправить, отремонтировать, потому что дворы должны быть сделаны в полном объеме. Срок также, повторюсь, до конца недели, на следующей общегородской планерке каждый из вас персонально докладывать здесь о результатах проведенной работы. Следующая боль наша – это восстановление благоустройства после проведения земляных работ раскопок. Значит, Александр Петрович, у нас есть часть МКИ, которые выполняли работу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Собирайте подрядчиков на завтра, назначайте совещание под моим председательством. За неделю все раскопы должны быть устранены и восстановлены. Значит, далее у нас идут штрафные санкции, как мы говорили. Все, я говорю, устали срок до 25 числа. Большая часть устранена. Контракт. Завтра собираюсь, плюс у нас горводоканал, плюс у нас теплосы, потому что есть еще не установленные и земляные работы, и Россети, соответственно. Коллеги, руководители территориальных управлений, в первую очередь к вам. Значит, освещение парковых зон, скверов и общественных мест. У нас как-то так странно получается. Вы друг на друга спихиваете о том, что вот работы не были проведены по установлению освещения, потому что мы направили ЖКХ, мы направили сюда, мы направили сюда. Алгоритм очень простой. Ежедневные ваши объезды, находящиеся на территории района, общественных территорий, парков и скверов, на предмет негорящего освещения. Значит, сразу же заявка уходит тому, у кого на содержании находится это освещение, дублируется заместителю по ЖКХ Соловьеву, и срок устранения не должен превышать 2 дней.
неважно, если даже это будут выходные дни. Значит, Александр Витальевич в ежедневном режиме с утра на наши внутренние планеры докладывает, сколько, где, какие замечания, какие меры к этому принимаются. Михаил Ильич, по ремонту нашей улицы Октябрьской революции, вчера мы с вами прошли, значит, у меня огромная просьба. В принципе, освещение там есть, освещение достаточно, но давайте мы все-таки сделаем улицу более светлой, мы подчеркнем ее уникальность в части того, что она пешеходная, центральная, и сделаем дополнительное освещение, то есть посмотрим осветительные приборы соответствующие. Где-то гирлянды, где-то установка дополнительных фонарей, где-то установка малых парковых светильников, для того, чтобы все у нас было более красиво и комфортно для, соответственно, тех, кто по этой улице гуляет. До конца недели расчет мне тоже предоставить. Да, тренер. Значит, по Рядовскому парку обращение смолян.